Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу» за моєю ведучою Дмитро Василесь. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Геннадій Борисовичів, адвокат, представник громадської спільноти нашої української, голова громадської ради Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаю вас. Здравствуйте. І от, я так розумію, ви переселенець з Донбасу, і дуже цікаво, як відносилась до вас держава при Порошенку, і як змінилася ситуація зараз. Тобто, якщо от акцентувати увагу, я думаю, що треба на міністрі, який за часів Порошенка опікувався вашим питанням. Так, сразу вопросов много, поэтому я поэтапно отвечу. Во-первых, ну так, если еще немножко уточнить, я уроженец города Донецка и переселенцем в классическом понимании меня немножко сложно назвать. Почему? Потому что для меня, вот в моем понимании, переселенец – это люди, лишившиеся всего и во многом не способные своими силами, да, с помощью каких-то накопленных капиталов, еще чего-то, себя защитить. Я же юридически считаюсь переселенцем, по факту я даже никогда социальную помощь не получал, поскольку являюсь адвокатом, практикующим адвокатом, и в этой жизни привык рассчитывать всегда сам на себя. И когда я уже практически в 16 году приехал в Киев жить, то свой быт и абсолютно вот свое экономическое благо обеспечивал сам. В нашем государстве, к сожалению, это же уже не Советский Союз, не социалистическое государство, где государство взамен на труд людей дает социальные какие-то блага и защиту, образование, медицину. В данный момент мы находимся в периоде дикого капитализма, где если у тебя есть деньги, ты человек, если у тебя денег нет, ты не человек, то есть являешься второсортным биологическим продуктом. Ну, по крайней мере, такая логика очень многих людей, которых я знаю и находились у власти в разных временах. Угу. Что касается деятельности министерства, тогда сейчас это министерство интеграции временно оккупированных территорий. Тогда это было министерство просто оккупированных территорий и переселенцев. Ну и могу точно сказать, что никакой совершенно политики в отношении переселенцев не было, кроме как политики информационного угнетания, политики дискредитации в социуме, политики, наверное, знаете, вот такое вот выдавливание людей, которые выбрали Украину своим домом, на неподконтрольные территории. А причина очень простая. Во-первых, люди с неподконтрольных территорий с 2014 года – это люди, которые не являются электоратом правящей элиты, ну, в которой были в 2014 году, до 2019. То есть режима Порошенко, условно, Народного фронта, партии войны. То есть вы считаете такое отношение зумовлено тем, что эти люди не будут голосовать за партии войны, я правильно понимаю? Конечно. К сожалению, балом правит экономика и политика. В нашей же стране балом правит сначала политика, потом экономика. И люди, которые в 2014 году пришли к власти, и задолго до них в Украине тоже правили циничные политики, которые не рассматривали людей как людей, а рассматривали людей как полезных идиотов, которые платят налоги, живут по тем устоям, которые придумали для них депутаты, которые там в зависимости от своего происхождения, регионального, какой-то карьеры своей, относились к одним или к другим олігархам. Ну, до речі, я от корисним ідіотом себе дійсно відчув, коли я потрапив до в'язниці, коли проти мене сфабрикували справу. Я дійсно сплачував податки, і мене ж на ці податки, мої податки, йшли на зарплатню прокурорам, СБУшникам, так і іншим людям, які фабрикували проти мене справу, тому що не подобалась моя політична позиція. Ви саме про цю ситуацію розказуєте? І про цю ситуацію, і про багато інші, коли політики, пришедшие к власти в 2014 году, четко для себя определили,
населения Крыма, граждане Украины, которые проживают в Крыму, не наш электорат. И в случае аннексии, попыток аннексии Российской Федерации, зеленых человечков, вежливых людей, почему украинские власти спокойно не предприняли никакого вообще противодействия? Потому что они избавились от ненужного им электорального поля. Поскольку когда произошел переворот, самый настоящий Майдан, в нарушение Конституции Украины и отстранение в неконституционный способ президента Украины Януковича, они понимали, что их власть держится, ну, я бы сказал, с помощью фигового листочка. То есть их власть под ними не забетонирована, не имеет крепкой основы. И, конечно же, они избавлялись от ненужного электората. И когда на Донбассе это все случилось, то есть произошел захват зданий, центральных администраций, также, например, вот если мы, по-моему, 2014 год вспомним, июль месяц, 8 или 9 июля, я не помню, Стрелков вышел из Славянска. Его просто из города Славянска, который имеет население 90 тысяч людей, выпустили из этого города. Он проехал колоннами с БТР на танках, на других бронемашинах 90 километров и поселился в оборонительную крепость под названием Донецк. То есть это разве не содействие на тот момент сепаратизму, не содействие на тот момент вооруженным боевикам со стороны официального Киева? Конечно же, содействие. И все прекрасно понимают, удерживать осажденный Славянск Стрелков бы не смог долго, он практически был в оцеплении. А удерживать Донецк, миллионник город, где очень много различных сооружений, мостов, зданий, много развязок транспортных, инфраструктурных. Конечно же, это идеальный оборонительный объект, плюс прикрытие для живой, то есть прикрытие живой силы мирным населением. Поэтому с 2014 года власть системно избавлялась от тех людей, которые не подходили, точнее, не являлись их электоратом, не подходили по их критериям отбора. И к такому числу можно отнести именно переселенцев, которые привезли сюда, кто-то привез машину, кто-то привез ценности, кто-то деньги. На тот момент еще реестр нотариальный работал, государственный реестр. И тогда люди быстро продавали квартиры свои в Донецке, Донецких областях. И все деньги вывозили, инвестировали в местные громады. И мы еще в 2014 и в 2015 году, то и в 2016 постоянно говорили власти: мы, вы же так обращаете внимание на Америку, вы же полностью пытаетесь пародировать Америку или прислуживать ей. Я говорю, в данном Америка создана благодаря переселенцам со всего мира. В Донецке, в Луганске, на окраинах из городов, например, Макеевки, Зугреса, Тореза, люди, которые сисиноватые, люди переезжали в Киев. В основном это переезжали трудоспособные люди, которых не нужно уже в садике учить, в школе учить. С ними их не нужно уже образовывать в высших учебных заведениях, в специализированных училищах. Это люди уже дееспособные, способные создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью. То есть люди, которые готовы расстраивать государство. И они, порядка там 1,5 миллиона людей, хлынули во все города Украины. И власть, вместо того, чтобы интегрировать их в местные громады, как инвесторов, финансовых, интеллектуальных инвесторов, власть сделала все, чтобы их как можно быстрее вытеснить. И доказательством моих слов, что власть их не воспринимала как свой электорат и хотела их вытеснить, с 2014 года является 365-е постановление Кабинета министров Украины, по которому, по Павлу Розенко, особый привет министру Реве, по которому переселенец, приехавший на подконтрольную Украине территорию, должен сидеть в квартире и ждать, пока работник социальной службы придет в любое время, в которое ему заблагорассудится, и проверит его фактическое нахождение там. То есть вы понимаете абсурд? Человек приехал с узелком за спиной, имея стресс, шоковое состояние, отсутствие стабильности, ну, полная дезориентация социальная, разорванные социальные связи. Ему сначала не снимают квартиру, потому что он условно сепаратист.
Ему бьют стекла в автомобиле, как мне, например, в 2014 году. То есть его полностью не приемлет внешняя среда, в которой человек оказался. Ему нужно зарабатывать деньги, поскольку для переселенцев в тот момент добрые сограждане сделали арендную плату в 2-3 раза выше, чтобы вы понимали. Это был весь 2014-2015 год. Угу. Харьков, Одесса, Киев, там рекордсмены в этом. И человек думает, как заработать, а ему социальная служба говорит: нет, если вы постановление Кабмина 365-е не будете соблюдать и не дадите нам доступ к своему жилищу, мы не проверим, что вы фактически проживаете по тому адресу, по которому получили справку переселенца, то любые социальные выплаты мы вам остановим. Поэтому лично я, когда коснулось меня дело, и я, ну, там я наездами был, но в основном я переехал в 2016 году в Киев, уже окончательно решив, что я буду жить в Киеве на время войны. Я не то чтобы не думал о каких-то социальных выплатах. Я, во-первых, считал это неразумно. И за 1200 гривен сидеть дома в Киеве, например. И чекать, пока социальная служба до 2020. Да, а там еще был парадокс какой. А когда мы общались с работниками социальной службы, работники социальной службы говорили: да мы и не будем ходить по этим квартирам, поскольку у нас есть укомплектованный штат сотрудников, и есть заработная плата. Нам в нагрузку дают еще, у нас есть основная работа, нам в нагрузку дают еще тысячи, сотни тысяч адресов, которые мы должны проверить. Ну, то есть, логично, да? Mm-hmm. Битый не битого везет. Зарплаты не поднимают, штат не расширяют работников социальных служб при исполкомах. Поэтому мы, это инсайт работников социальной службы, поэтому мы, понятно, пишем: не проживает, не проживает, не проживает, не проживает. И все социальные выплаты, и пенсии, которые не являются социальными выплатами, а которые являются материальным правом каждого человека по окончанию своей трудовой деятельности и выхода на пенсию, они просто все это приостанавливали. И ну, это выгодно, когда это, не да, это было выгодно. И понятно, когда такие люди, как я, молодые, трудоспособные, которые не стали ничего ждать от государства, уже имея предыдущий опыт работы с ним в различных инстанциях, пошли и начали частным образом в бизнесе, в адвокатуре, как я, там, я не знаю, в предпринимательстве зарабатывать деньги. Люди, которые социально незащищены, например, мать-одиночка с 2-3 детьми, которых не оставишь, няню не наймешь. Няня в Киеве будет стоить 10, 15, 20 тысяч. Садики ей стоят по 30, по 20 тысяч частные. Ей ничего не оставалось, как цепляться за эти, извините за выражение, нищенские, позорные 1200 гривен. И люди сидели и ждали социальных работников. А те люди, которые не дожидались этих социальных работников, и когда у них заканчивались деньги к существованию, они просто брали вещи опять обратно и ехали под снаряды. И хорошо, если куда они возвращались, там еще хотя бы жилье было. А как правило, многие территории неподконтрольные, особенно рядом с боевыми действиями. Часть разрушенного жилья, часть разграбленного мародерами, потому что мародеры были, мы знаем, как и с украинской стороны среди представителей добробатов, так и со стороны так называемых ополченцев ЛДНР. Там тоже мародеров хватали. Для кого война, а кому мать родная. Угу. Когда война, там сразу снимаются все маски, и каждый, вот я сейчас говорю, мурашки по телу, и там сразу снимаются все маски, и мы сразу видим, как, ну, какой человек, какую имеет внутри, ну, духовную культуру и чем он вообще жил. Потому что, например, те люди, которые мне когда-то были должны деньги и приходили, постоянно перезанимали, рефинансировали, как модно сейчас говорить, долг, получив, например, в Донецке георгиевскую ленточку и автомат, пришли уже, например, на мой первый адрес регистрации искать меня, чтобы отдать мне долг. Но, слава богу, меня там уже не было. То есть вы должны понимать, что так же, как и на ДНРовских постах тебя останавливали, людей останавливают, чуть ли не направляют на тебя автомат и говорят: ты за нас или за укропов, условно. И, ну, понятно, люди все говорили: да, за вас. Они проезжали буквально 500 метров, километр, то же самое делали на украинском блокпосту с ленточкой в украинском флаге, с символикой, уже
на українській мові чи на російському язикі, ти за українську армію чи за сепаров? За українську армію. І їхали так далі. Тобто свої серед чужих і чужі серед своїх. Це дійсно ситуація, в шахматах називається вілка. Когда людей подвесили в прямом смысле слова вот, в очень неопределенную ситуацию. Mm-hmm. А с переселенцами это было просто жуть. А якщо от дивитися на дії міністрів та людей, які приймали рішення, от і, на той час, там, Рева, той же Розенко, які у вас конкретно були взаємовідносини з цими так званими міністрами, і от ви, як громадський діяч, як голова громадської ради, які дії робили для того, щоб цю ситуацію якимось чином змінити? Тобто у вас була якась боротьба з цими чиновниками, щоб цю ситуацію дійсно докорінно поміняти? Дмитрий, якщо підняти с 15 года, ну, наверное, все свидетельства, документированные на нашего противодействия с Министерством социальной политики и с Министерством временно оккупированных территорий и с чиновниками, и обжалования в судах, в административных их постановлений, кабинета министров и так далее, то я думаю, что если перевести это на бумагу, на написанные заявления, ответы, жалобы, встречи, выступления на пресс-конференциях, выступления на международных конференциях, обращения в международные органы, ОБСЕ, ООН и так далее, митинги, протесты, голодовки. Я лично, например, в 2016 году против этого 365-го постановления вместе со своей командой, такие же молодые активисты, ребята, имеющие свои профессии, не голодный сброд, который бегает, кричит «Слава Украине! Героям слава!» и пытается за инакомыслие бить морды, а парни, девушки, которые действительно ну, имеют профессии, социально интегрированы хорошо в общество, платят налоги. Вот мы почти там 12 дней, по-моему, 12 дней, вот не хочу, или 10, или 12, уже не помню, разбили палаточный маленький городок, взяли охотничьи обычные палатки, в интернете mm-hmm. сделали объявление, люди скинулись, и 10 дней ночевали под зданием Минсоцполитики. И так я первый раз познакомился с министром Ревой. Mm-hmm. Я на тот момент знал уже Георгия Туку. И где-то 10-й день, июль месяц или август, жара, пекло просто. Все уже как негры, загоревшие. И я звоню Туке, говорю, министр не выходит и так далее. Говорю, у меня есть к вам просьба, как у правозащитника. Говорю, вы не могли бы позвонить министру и все-таки, или мы продолжим дальше голодать и развивать этот палаточный городок, или министр выйдет. Он, хорошо, я сейчас ему позвоню. И буквально через час выходит Рева, и тогда, как и любой чиновник в стране, попытался снизить градус и занять нас какой-то полезной деятельностью, как полезных идиотов. На языке власти это называется «давайте соберем рабочую группу из представителей власти и представителей общественности». На что на тот момент мы не имели никакого политического опыта общественного. Угу. Мы просто делали, как нам велит сердце. И мы тогда согласились. Пробыла эта группа буквально 2-3 недели. Нас, как людей неопытных в этом, водили по разным кабинетам, переговоры просто заканчивались красивым, я не знаю, красивым словоблудием. И в итоге мы остались ни с чем. 365-е постановление не отменили. После чего мы опять начали проводить акции, протесты под Кабмином. И потихонечку, казалось на тот момент, в 2016 году, диалог с властью хоть как-то начинает налаживаться. Но после предъявления очередных им претензий, многие представители власти и тогда говорили, что если вы хотите пиариться, как общественники, мы вам дадим выходы на телеканалы какие-то, какие вам нужны. Ну, в основном это порошенковская группа. Если вы хотите зарабатывать еще что-то, мы там в гуманитарные разные программы вас включим. Как бы так. Ну, условие должно быть одно, вы ничего не делаете. Понятно, что это было не для нас. И практически до 2019 года мы были в стоп-списках, многие общественники были в стоп-списках различных телеканалов,
информационных изданий. И даже если мы проводили пресс-конференцию и выступали против министра, я думаю, Дмитрий, вы знаете и помните, что я был как раз-то одним из инициаторов возбуждения уголовных дел, двух уголовных дел, по факту растраты международной помощи министром Чернышом. И когда мы выходим с очередной пресс-конференции в 2019 году, в агентстве «Интерфакс» ко мне подходит журналист и говорит: «Извините, эта пресс-конференция не будет транслироваться, и информация с этой пресс-конференции никогда в жизни не попадет в СМИ». Хотя мы оплатили за ее участие, то есть технический сбор и так далее. И это касалось не только информационного агентства «Интерфакс», это касалось абсолютно разных агентств, разных информационных площадок, когда просто есть стоп, даже стоп-лист был, этот стоп-список был не как на личности, он был больше как на любое упоминание слова «Донбасс». Донбасс, Донецк, переселенцы. Вот эти слова, они были табу в средствах массовой информации. И взамен им властью насаживались слова «ДНР», «ЛДНР», «самопровозглашенные республики», «республики», «террористы», «боевики», «сепаратисты», правильно, Дмитрий. То есть в информационном пространстве людей приучали, что нет никакого Донбасса, нет там никаких людей, и людей там быть не может. Там предатели, там такие сякие. И поэтому мы, так называемые патриоты, должны правильно их называть. И это действительно было. И взаимосвязь с властью была следующая, что власть постоянно нас водила за нос, постоянно обещала, вот мы подали документ один, вот сейчас будем рассматривать, Кабмин не рассмотрел, депутаты не хотят рассматривать. Министр оккупированных территорий говорит: это проблема, это к министру юстиции идите. Министр юстиции Петренко говорит: это идите к министру финансов, это он не хочет спонсировать социальные и другие программы по жилью. Ну добре, якщо дивитися, як було, зрозуміло, при Порошенку це питання вирішили не вирішувати, а навпаки поглиблювати кризу і таким чином розділяти людей. От що зараз змінилося? Ми бачимо Резнікова, міністра вже нового, і він вже встиг поназаявляти дуже багато, ну, з моєї точки зору, нісенітниці. Але от я хочу зрозуміти, ви зараз представник від громадськості у тому міністерстві, тому ви, певне, маєте більш детальну інформацію, що там відбувається. От з вашої точки зору, що змінилося при Порошенку і зараз, які дії нового міністра? Дмитрий, я вам заранее благодарен, что вы оговорили, что от общественности, потому что некоторые мою должность путают с должностью чиновничей или политической, что я имею какие-то преференции финансовые или политические от этой должности. Кроме, выражусь медицинским термином, геморроя, от этой должности общественной больше ты ничего не имеешь. И, например, когда я в 18-м году, в 17-м годах начал появляться на оппозиционных, условно, телеканалах 112, News One, ЗИК, тогда ЗИК был как раз пограничное, имел пограничное состояние, то мне поступали звонки от руководства министерства и говорили: дословно, Геннадий, если ты не прекратишь критиковать министерство с экранов телевизора, если ты не закроешь свой рот, то, ну, политическая твоя участь или другая может быть сочтена, поскольку есть служба безопасности Украины, есть другие службы, которые могут, как сказать, всегда что-то обнародовать и т.д. и т.п., глубоко копнуть. На что я всегда говорил, что, ребят, у вас своя правда, у меня своя, вы боретесь за свое, я борюсь за свое и за людей, которые пострадали от войны. Я в своих словах убежден на 1000%, потому что с точки зрения закона, законности, все, что происходило в отношении жителей из Донецких и Луганских областей с 2014 года, это вообще нельзя назвать преступлением. Это и военное преступление, и социальный геноцид, когда люди умирали от сердечных приступов и так далее. Поэтому тогда, да, действительно, как правильно это высказать, тогда условное партнерство общественников и власти было с большим знаком минус.
Потому что власть вела достаточно агрессивную форму информационной и социальной войны, уничтожая этих людей. И их любое экономическое, социальное подспорье под ними. А сейчас позиция максимальная, не то чтобы нейтральная, позиция, когда уже нету такой агрессии, нет такой дискриминации информационной, но есть полное игнорирование и незамечание такой социальной группы, как переселенцы, и таких социальных групп людей, которые остались там, например, как люди на неподконтрольных территориях. Единственный неплохой плюс, насколько я знаю, это, по-моему, последний указ президента Украины, закон Украины по поводу абитуриентов с неподконтрольных Украине территориях, которые могут поступать в университеты, не сдавая вот эти все экзамены. ЗНО, по-моему, выпускной экзамен. Это единственный плюс за год правления Зеленского в отношении жителей Донбасса. Все остальное – это полное игнорирование и незамечание. А от якщо звернутися до такого питання, як пенсії, ми ж розуміємо, що на непідконтрольних територіях мільйони людей, які не отримують фактично зобов'язання держави, бо пенсія – це зобов'язання держави. Усі роки вони, люди сплачували податки, і держава зобов'язана це сплачувати. Але ми бачимо, що схему таку побудували, що пенсію реально отримати дуже важко. І це теж було таке, знаєте, радикальне питання, яке дуже турбувало суспільство. І ми бачимо, що наразі теж, в принципі, нічого не змінилося. Тобто ми не бачимо якихось дій на зустріч. З чим це зв'язано? Можливо, з тим, що вигідно просто наповнювати бюджет грошами, які фактично не сплачуються у виді пенсії людям на непідконтрольних територіях? Это, я просто про это не сказал, но так и было на самом деле с 2014 года. В бюджете Украины, благодаря мародерству и неправильной экономической политике определенных личностей, называвших себя отцами нации украинской, с помощью пенсии они затыкали свои экономические дыры, пробелы в бюджете, дефицит бюджета закрывали свой. И чтобы вы понимали, нельзя вообще делить области, например, говорить, там, Донецкая или Луганская имеет какую-то преференцию, ну, к примеру, да, например, над Львовской областью или над Закарпатской областью, поскольку каждая административно-территориальная единица, они равны между собой, ну, с точки зрения закона, права, конституции, но есть одно большое «но». Донбасс, в который входит Донецкая и Луганская области, это два самых промышленных региона Украины. Я не говорю только за шахты. Многие не понимают, что там очень много металлургических заводов, кокса различных там, я не знаю, химических, химических производств, бетон делают. Ну, то есть там карьеры, там очень много чего. Это действительно промышленный, тяжелый регион, такой, знаете, стальной. И понятное дело, что условия работы, согласно классификации профессии, трудового кодекса и всего, классифицируются как особо тяжелые. И многие люди имеют, например, шахтеры имеют пенсии, как там судьи, например, 80% чуть ли не от заработка. То есть, например, пенсия шахтера могла составлять 15, 20, 30 тысяч гривен. Пенсия шахтера. За выслугу лет. Почему? Потому что у них был силикоз легких. У них были регрессы, насчитывались, ампутация пальца, например, или там раздробление костей таза, сосудистые заболевания, ну, разные. И поэтому пенсия, которая классифицировалась как тяжелая, как работа на тяжелом производстве, начислялась большая пенсия с большим коэффициентом, с двойкой, с тройкой, и плюс регрессные выплаты. И поэтому каждый, просто пенсионер, когда, например, люди говорят, пенсионер, ну что там, бабушка не получает 1500 гривен. У некоторых бабушек, почти у всех бабушек, мужья шахтеры, у которых пенсии были по 5, по 7, по 3, по 18 тысяч гривен. И эти бабушки по закону имели право, так как они были на иждивении своих мужей, они имели право переходить после гибели этих мужей или смерти, естественной биологической смерти.
мужей, которые работали на тяжелых производствах, переходить на их пенсию, если пенсия одного из супругов была выше. То есть это не просто обделить целый регион или две области, забрать их пенсии. И тоже миллиарды, и тоже преступления. А это, представьте, вот две области, Луганская и Донецкая области, если у них изъять пенсии, сопоставимы, ну, где-то, например, как с Харьковской, еще и с Полтавской. То есть это настолько большие деньги за счет специфики региона, что властям ничего не оставалось, опять же, это как они так считают, я считаю это преступлением, ничего не оставалось, как с помощью денег, недоплаченных и невыплаченных пенсионерам из Донбасса и переселенцам. Сплачивать кредиты МВФ, например. Сплачивать кредиты МВФ, ну, даже, я бы сказал, затыкать финансовые дыры там и в кавычках, опять же, пилять деньги налогоплательщиков на различных тендерах, закупках, условно, прозора. Угу. Так что. У нас страна вообще вся, практически вся в кавычках, поэтому... А якщо от аналізувати саме дії от нового міністра, який повинен опікуватися всім, в принципі, цим напрямком? Черныш. Які... Резніков, якщо я не помиляюсь. От. Я хочу зрозуміти. Я так розумію, там і соціальні політики міністерства, і саме це, яке опікується непідконтрольними територіями. Які дії саме міністрів вже за цей рік були? Ну, тобто, президентські ми бачили, то вони, є ініціатива, закон. А я що зробили міністри? Вони ж за щось отримують зарплатню, вони ж щось роблять в тих кабінетах, вони ж там засідають, щось вирішують. От ви, як представник громадськості, ви моніторите цю ситуацію. Що вони конкретно зробили? Перше, що вони зробили, вони одразу прийшли і практически полностью вернули, как только пришла сначала, смотрите, после, сначала всего было три министра в этом министерстве реинтеграции или оккупированных территорий, назовем. Первый был министр Черныш. Нужно понимать, кто такой Вадим Черныш. Это человек, юрист, надо отдать ему должное, грамотный юрист, образованный человек, но выращенный в среде грантоедов, условно, выращенные с помощью международных корпораций, работая с этими корпорациями, поэтому плотно сотрудничая. И, конечно же, когда вопрос становился о его назначении, тогда во многом именно международные различные инстанции и посольства сыграли роль в назначении именно этого министра. После того, как я инициировал со своей командой от общественного совета другими общественными организациями два уголовных дела в ДБР в отношении него за превышение своих полномочий и за растрату донорской помощи по нецелевому назначению. Плюс это совпало со сменой практически там ближайшие 2-3 месяца, сменилась власть. И, понятно, он вместе с кабинетом министров ушел в отставку. И на его место пришла Коляда. Они объединили опять эти два министерства, министерство ветеранов и министерство переселенцев, условно назовем его так. Потом Коляду вместе, предыдущий у нас этот премьер-министр был, ну, это уже Гончарук. Гончарук, да. Гончарук. Вот. Потом его ушли вместе с Коледой. И пришел уже Резников. Когда мы узнали, что Резников и министр этого министерства, и вице-премьер-министр, когда мы почитали его биографию, да, я тоже юрист, говорят, что фаховый юрист, образованный, но... Опять же, я ни в коем случае не хочу критиковать какие-то профессиональные навыки, я с ними не работал, я не знаю. Но вот кто бы что ни говорил, а политика диктует свои тренды. Условно, для жителей Донбасса, для многих, особенно в дома которых падали снаряды, погибали родственники, близкие, аллея там ангелов есть, погибших детей, назначение львовянина. Я не хочу дискриминировать по региональному признаку. Ни в коем случае. Я во Львове бываю, у меня там очень много друзей. Но в профильное министерство.
в открытую рану Украины, где вот она постоянно кровоточит, где нужен министр, который станет мостиком между украинской киевской властью и между теми самопровозглашенными республиками, в том числе компромиссной фигурой, который сможет действительно реинтегрировать, то есть. Ну и, конечно, когда назначили львовянина, а он, в свою очередь, зама поставил еще одного львовянина, и мы тогда, как общественники, посмотрели, правозащитники, посмотрели на эту всю картину, и я сразу своей команде сказал, говорю, нам там делать нечего. Со своим русским языком, который гарантирован нам 8 и 10 статьей Конституции Украины, со своей позицией, что большинство людей на той территории неподконтрольной имеют украинские паспорта, но при этом держат автоматы в руках и стреляют друг по другу, что носит элементы гражданской войны. Да, Россия помогает, понятно, дизелем, оружием, инструкторами, международной информационной политикой, но любая гражданская война на той территории, на любой территории всегда подпитывается странами-соседями, дабы выдержать определенный геополитический баланс. Если, например, аннексию Крыма я не отрицаю, что аннексия Крыма Российской Федерации произведена, я так считаю, это мое глубокое убеждение, что Крым – это Украина, то, например, по Донбассу, когда говорят, Донбасс оккупирован, я туда периодически езжу, навещаю свою бабушку, я могу точно сказать, что я очень знаю много людей, с которыми я учился, крестился, тренировался, и работал вместе, и которые сейчас заняли ту сторону, и эти люди имеют украинские паспорта, а многие из них уже давно лежат в земле, большинство из них, кого я знал. Похоронили очень много людей. Похоронили как и сброда, который был наркоманы, алкоголики, тунеядцы, которые мародерствовали, но и похоронено очень много здоровых, ну, я бы сказал, жизнеспособных, дееспособных людей. И очень часто тех, и очень часто, к сожалению, тех, которые никогда в жизни в руки оружие не брали. Кого-то похищали, кто-то без вести пропал, кто-то попал под снаряд или просто под перестрелку между группировками. Кого-то забрали на блокпосту, потому что, видите ли, он много ценностей из Донецка вывозил, и он одной или второй стороне показался слишком зажиточным или некрасивым. Ну, цвет глаз не понравился, например. И таких случаев мы знаем очень много. И когда назначили Резникова, и он сформировал свою практически львовскую команду, мы не, ну, совсем, ну, это прослеживалось, это ожидаемо было после Шмыгаля, да? Вот, но, то есть это премьер-министр, если телезрители не знают, но после того, как в самое, я бы сказал, такое, знаете, вот, самое неоднозначное министерство, самое, одно из самых скандальных, самое сложное, не до конца сформированное, назначили львовскую, условно, львовскую команду, которая не то чтобы как Донецк от Киева 800 километров, а которая за Киев, то есть еще сверху 800, то есть расстояние, понимаете, ментальность львовская и ментальность донецких, то есть, да, людей. Это очень большая ментальность. Мене це теж дивує, тому що якщо дивитися те, що Резніков спів понаговорити, то... Да, то, що він говорив позже, вже повністю підтвердило наше опасення. Так. І команду Зеленського, як я вважаю, точніше, самого президента Зеленського, окружили люди, которых я условно називаю українофобами. Тобто, які не хочуть, щоб Україна в нинішніх границях з нинішнім населенням України была, ну, как была до Майдана, с экономическим ростом, с веселыми лицами, с веселыми лицами люди ходили, чтобы действительно Украина гостеприимная, спевучая, чтобы люди хотели изучать украинскую мову, тому что, ну, она дуже гарная мова. Я, например, спілкуюсь у судді, ну, практично усюди українською. У побуті, ну, російською. Тобто, вони зробили все, щоб ці люди, щоб український язик, багато російськомовні люди перестали совершенствуватися в українському язикі, державному, казалось би, тільки із-за внутрішнього протесту.
Потому что некоторым людям, видите ли, не нравятся русскоязычные люди. То же самое, вот, и мы видим по команде, которую Резников набрал в минскую подгруппу. Гармаша Грантоеда, основателя интернет-издания «Остров», ну, информационная помойка. Uh-huh. Они там грязью поливают. Один раз обо мне написал Гармаш, что его журналист, что я человек Клименко, бывшего главы Миндоходов при Януковиче. А я его, чтобы вы понимали, я узнал о нем. Ну, лицо его, я же был до Майдана вообще не в политике, не понимал, что это такое. Я прогуглил только, когда меня к нему условно привязали. Ну, есть такая технология, к демонизированной личности привязывают тебя в желтой прессе, чтобы тебя отгородить от разных контактов полезных. Так вот, я звоню Гармашу и говорю, чтобы вы понимали просто внутреннее порядочное. Я говорю, Сереж, привет, говорю, я его знал по Донецку немного. Я говорю, там про меня твой журналист глупость написал, фактов подтверждающих нет, ты же сам знаешь, я никогда с этим человеком даже не знаком. Пожалуйста, отредактируйте статью, ну, чтобы в суд не заходить и так далее. На что он говорит, я не знаю, прошло несколько лет, может, ну, моему журналисту виднее. Ну, то есть, человек даже не захотел разобраться. И люди, которые тот же Казанский, Гармаш, которые вошли в минскую подгруппу, условно уроженцы Донбасса, должны содействовать переговорам. Для чего переговоры? Чтобы договориться, чтобы пойти друг другу на уступки, на компромиссы, и чтобы противоборствующие стороны наконец-то завершили войну и перестали страдать. Политики, понятно, зарабатывают на войне с двух сторон, а перестали страдать обычные люди. Они назначили людей, этот Резников, и он в интервью сам признался, говорит, Гармаш и Казанский, это я им предложил, они мне понравились. А знаете, почему они ему понравились? Потому что они распаливали вину. Потому что с 2014 года они на телеканалах, в передачах Шустера, в своих блогах и везде, на радио, постоянно говорили, дети на неподконтрольных территориях не до дети, люди русскоязычные не до граждане. Обезьяны в этих республиках там будут загнивать, а мы будем пировать. То есть всячески унижали своих же земляков и помогали партии войны, то есть это Народному фронту и Порошенко, его солидарности, опять же, в кавычках солидарности, потому что кроме разжигания ненависти там никакой солидарности. Но они солидарны в том, что распалили. Да, они солидарны. Вот. И они, эти люди... То есть Резников сам признался в одном из интервью, я не помню, какому изданию, говорит, да, я действительно, говорит, их обратил на них внимание, и я им сам предложил поучаствовать в минской подгруппе. То есть, проанализировав их бэкграунд, то есть, чем они занимались с 2014 года, ну, волосы дыбом становятся, как они могут договориться после того, как до этого оскорбляли людей на тех территориях, оскорбляли определенных политиков местных, которые... руководят самопровозглашенными республиками, оскорбляли Российскую Федерацию, главу Российской Федерации. Кто бы что ни говорил, Российская Федерация имеет большое влияние на те территории. А они, извините за выражение, сожгли все мосты, хайповали в угоду ура-патриотизму, а теперь они будут приезжать в Минск и о чем-то договариваться. Да их принципиально не будут воспринимать, им принципиально не дадут вообще никаких преференций, с ними не договорятся ни о чем. Потому что люди, то есть в любой переговорной позиции есть самый первый основной принцип – это приемлемость второй стороны. Если вы меня, вот если я приду к вам и скажу, здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Геннадий, давайте с вами дружить, попытаемся договориться. А вы скажете, тебя не Геннадий зовут, а оскорбите меня как-нибудь, а еще лучше в морду мне ударите. То дальше у нас диалога может не получиться. А это вот простым языком, если быть понятным, вот такая же ситуация сложилась с украинской в данный момент стороны. Угу. Так что мы видим полную, и по поводу общественного совета я сразу скажу, вот вы говорите, вы же там отслеживаете, вы же более углубились в материал. Давайте будем честными. Что такое институт, вот институты общественных советов? Кстати, это еще при Азарове созданы. Это придумал Азаров, по примеру, по-моему, какой республики. Это было при Азарове. Это было сделано для того, чтобы показать международникам,
і другим странам, наскільки Україна відкрита, і наскільки влада в Україні учитує мнення громадськості. І громадський совет, тобто є люди, які не вовлечені в політику, є громадський совет, люди з активною громадською позицією, представники громадських організацій, а є влада. І от громадські совети повинні були виконувати роль считывания информации у людей на местах, которые не занимаются политикой, и доносить эту информацию до власти. Власть должна учитывать мнение общественных советов, выражающих волю людей, и принимать совместно с ними какие-то решения. Но положение Кабинета министров о общественном совете прописано ровно так, что общественный совет является консультативным органом. И никаких рычагов воздействия, вот просто от слова «никаких», не имеет на власть. Ну, я думаю, я считаю, что общественные советы нужно убрать как ширму и полностью, абсолютно все общественные советы расформировать. Есть у нас очень много... Чи надати им повноваження, чтобы они действительно могли быть не только дурачим органом, а каким-то больше результативно работать для того, чтобы интегрировать громадськість. Я считаю, что общественные организации, имеющие у себя в команде грамотных людей, имеющие различные законы, уже принятые в Украине, о доступе к публичной информации, различные там сайты, прозоры и так далее, имеющие правовые механизмы адвокатских запросов и так далее, могут в достаточной мере, не занимаясь, не находясь в общественном совете, контролировать власть. Вопрос, как они своей активностью, своими ресурсами распорядятся. А можно находиться в общественном совете и ничего не делать. Но скажу из опыта. Если власть, именно министр, замминистра, это две политические персоны сейчас, это уже не госслужащие по новому закону, не захотят считаться с общественностью в общественном совете, с ними считаться никто не будет. Ни один документ, ни к одному документу доступа не будет. Дякую, программа, наш час программы вычерпано. И я дякую, что вы завітали до нас в эфир. З нами був сьогодні у програмі Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Міністерстві інтеграції тимчасово окупованих територій. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!